Олег Сурков живет на 18-м километре Московского шоссе почти 8 лет. Считает свой микрорайон одним из самых уютных. Соседи положительные, двор ухоженный, а за окном самый настоящий лес. Точнее, дубовая роща. Желание сделать двор еще более привлекательным заставило Олега взять на себя обязанности председателя ТСЖ. Вместе с жильцами он разбил клумбы, высадил ели и туи, регулярно поддерживает чистоту и верит, что однажды роща приобретет ухоженный вид. Что мы хотим видеть, это пешеходная территория, газоны, травка, лавочки, какие-то, я не знаю, дорожки с фонарями, с освещением, чтобы люди действительно здесь прогуливались и как в вечернее время могли где-то отдохнуть. Убрать аварийные деревья, проложить прогулочные велосипедные дорожки, установить фонари, лавки, спортивные объекты, сохранив здоровые зеленые насаждения. Все это может быть возможным и здесь, благодаря программе формирования комфортной городской среды. Главное, чтобы сами жители поддержали проект на этапе голосования. Объект вошел в топ-19 городских пространств на реконструкцию по нацпроекту «Жилье и городская среда». Конечно, наше желание и наши мысли – благоустроить эту территорию, превратить ее в современный лесопарк, потому что микрорайон молодежный, проживает очень много семей с детишками, и территория для игр и отдыха, она просто здесь необходима. То есть вот нам бы хотелось ее видеть красивой, ухоженной. Это место, в общем-то, одно из самых лучших в городе, на котором можно прекрасную зону отдыха сделать. Здесь есть, в общем-то, где это сделать, да, то есть вложить деньги. Есть прекрасный уголок и с деревьями. Проголосовать за благоустройство лесополосы вдоль Волжского шоссе могут не только жители этого микрорайона, но и всей Самары. Голосование стартовало 26 апреля на платформе 63.городсреда.ру и продлится до конца мая.